Ребята, сегодня приготовим вот такое вкусное блюдо. Готовим тесто. Полстакана воды, одно яйцо, соль, сахар. Хорошо перемешиваем. И постепенно добавляем муку. Понемножку. Смешиваем. Добавляем оливкового масла 50 грамм. Муки. И все хорошо замешиваем до однородной массы. Замешиваем наше тесто. Получаем вот такое красивое тесто. Накрываем его пленочкой и дадим постоять ему полчасика. Сейчас будем готовить нашу начинку. Сначала нарежем мелкими кубиками филе курицы. Сейчас примерно я покажу. Мне еще слегка подмороженное мясо. Ну вот. Вот такими кубиками. Мелкими. Вот такими. Вот. Меленькими кубиками нарезаем. Вставляем нашу курицу в мисочку. Теперь приступаем к картофелю. Нарезаем картофель также мелкими квадратиками. Такими квадратиками маленькими. Картофель выкладываем курицы. Теперь нарезаем мелкими квадратиками также лук. Такими. Нарезаем зелень, укроп с петрушкой. Мне и остались заранее подготовленные шампиньоны, жареные с луком и с двумя ложками томатной пасты со специями. Вот такое я добавлю картошки и курицы. Посолим. Поперчим это все дело. Немножко добавим сушеного чеснока. Подсушенного, сушеного. Так вот. Добавляем немного специй. Добавим сейчас сушеной паприки чуть-чуть. Специи можете добавлять по вкусу, какие вам, в принципе, нравятся. Все это хорошенько перемешиваем. Будем готовить зажарочку. Обжариваем лучок сначала. Вот, обжарим лучок. Паприку сладкую. Натерем две моркови. И петрушка с укропом. Все это будем обжаривать вместе с луком. Все наши овощи обжариваем до готовности. Так, нарезаем тесто на небольшие кусочки. Затем скатываем в шарики. Вот такие вот. Затем раскатываем тесто. Делаем кружочки. Вот такие. Положила наше тесто на тарелочку, чтобы было удобнее. И
Начиночку добавляем вот так и закрываем конечки. Так вот, делаем, оставляем сверху отверстие. Такие получаются у нас. В овощную подушку, которую мы обжарили недавно. Наливаем немножко водички, чтобы они хорошо протушились. Закрываем крышкой и даем протушиться.